Что нам делать, Миша? Малина еле дышит, доход не тот, понизился баланс. Очень просто, Яша, не будем мазать кашу, ты мне не балакай этих манс. Миша, я серьезно, ведь скоро станет поздно, сейчас у нас критический момент. Доложил мне Изя, переносит кризис жидопролетарский элемент. А у меня заловка, опер в уголовка, это нам залог от лишних бед. Ой, у нее головка, ой, у нее сноровка, пусть живет она 120 лет. Миша, только тихо, ты знаешь, это выход, ведь надо Циперовича спасать. Накича Циперович, он хлипкий на здоровье, он всех заложит в Бога душу мать. И что же ты молчал, поц, а времени не жалко, заводил абстрактный разговор. Ну шо нам вить веревки, я позвоню заловке, и пусть ее имеет прокурор. И хором они поют, а позвоним, заразе мы, хорошо со связями, даже если ты миллионер. Будь Ротшильдом, будь Морганом, без родственников в органах, ты не проживешь в СССР.